Особый противопожарный режим на территории Великоустюгского района был введен в конце апреля текущего года. С 11 июня ввиду жаркой погоды был зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Мониторинг погодных условий ведется ежедневно. В ближайшие дни класс пожарной опасности будет снижен в связи с выпадением осадков и понижением среднесуточной температуры. С 16 по 18 июня понижение пожароопасности до первого класса, кратковременные дожди, в дневные часы временами с грозами, ветер западной четверти, при грозе порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 10-13, днем 19-22. С 19 июня ожидается повышение пожароопасности до второго класса, преимущественно без осадков. 19 июня температура воздуха ночью 8-11, днем 18-21. Осадки и относительно прохладное начало лета привели к снижению количества пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 15 июня в районе зарегистрировано 35 пожаров против 46 в 2021 году. Половтровые из них 5 и 11 соответственно. Лесных пожаров не наблюдалось. В преддверии противопожарного сезона сотрудниками МЧС были выявлены недостатки. С апреля по май этого года на территории сотрудников и работников 5-го пожарно-спасательного гарнизона и филиала номер 5 противопожарной службы проведена сезонная профилактика и проверка водоисточников противопожарного оружия водоснабжения. По результатам проведенной проверки 6 поселений на подведенной территории выявили нарушение по содержанию источников наружного противопожарного водоснабжения. В том числе объектовых, это 18 нарушений, это городское поселение Красавино, Кузинская, Красавинская, Заречная, Марвинская, Прибудевская. Главам городских и сельских поселений информация о нарушениях была доведена, большинство замечаний исправлено. По состоянию на 15 июня проведена проверка 27 организаций отдыха детей из 32. Объекты соответствуют требованиям противопожарной безопасности. С наступлением жаркой погоды вопросам безопасности на воде уделяется большое внимание. Особенно следует усилить контроль за необустроенными пляжами Великоустюгского района, где будут купаться люди. Для недопущения гибели людей на водных объектах района в текущем купальном сезоне навигации рекомендую. Администрация района организует работу по созданию временных спасательных постов в местах массового отдыха людей без создания пляжа. Организовывает работу по проведению совместных патрулирований должностных лиц администрации района, уполномоченно составлять административные протоколы по статье 1.11 закона о Вологодской области об административных правонарушениях с представителями полиции МЧС России по Вологодской области. В районе Великого Устюга с 23 июня на городском пляже будет организовано дежурство спасателей. Это единственное подготовленное для безопасного купания место в городе. Сотрудникам ГИМС, МЧС и администрации предписано провести профилактические беседы в детских организациях и образовательных учреждениях об опасности пожаров и купания без надзора взрослых. Родителям рекомендуется проводить такие беседы с детьми дома. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».